воздушные шары. Воздушные шары. Воздушные шары. Воздушные шары. Воздушные шары. Воздушные шары. Я не хотел бы чувать эту песню. У, классная песня получается, да? Это песня какая-то песня получается? Теперь есть. О, воздушные шары. Я не хотел бы чувать эту песню. Воздушные шары. Я не хотел бы чувать эту песню. Воздушные шары. Это вступать дальше очень мощно. Это попозже, да. Ладно, сделаем 4 гитариста, да? А? 4 гитариста. 4, да, 4. 4. Все на полном перегрузе, все, выключали себе наверх. На воздушные шары. Сделаем песню такую. О, сделаем песню, воздушные шары. Спасибо за вдохновение, так сказать. Вот эти вот два вдохновения, которые сейчас в воздухе витали. Спасибо. Может быть, один из них Виталий. О! В воздухе Виталий, один из них Виталий. Молодец. Класс, да? Классно! А ты, Надя, тоже, походу, рэпер, да? Чуть-чуть. Немножко рэпер. Но я стремлюсь, рэчу, и получается. Или надо назвать тебя рэперка, да, лучше? А то феминистки обидятся. Давай диджей Надя. Не крика, да? Это провально. Нет! Нет, это самое сложное. Пока. А никак. О, никак. О, круто. Yeah.